Питання приветствую вам всем. Время волевого. Спортсмены с красным поясом. Один балл, брат. Что это? Приготовиться 62 килограмма. Боюсь третье место. Зикон Никита и Антиветский Максим. Кондратюк Николай, Гребенец Павел. 30 секунд до конца, счет 1-1. Блять, Саня, ты так хрен устал. Пошло дополнительное время. Спортсмены активнее. Активнее, активнее. Право прямые добавляю. Стоп. Замечание обоим спортсменам. Следующее будет предупреждение. Левый боковой, правой снизу, тоже. До конца встречи 50 секунд. Счет 1-1 и активность у спортсмена с красным поясом. Время. Осталось минута 30. В этой встрече по активности победил спортсмен с красным поясом по Зенич Константин. На камеру А приглашается Четвертаков Олег, Тимченко Владимир. За ними готовятся Лапин, Данил, Башистый, Вадим. После этих двух встреч весовая 68. Кравченко, Мясниченко,
Чмеленко, Дручок, Корчунов, Самойленко и Дзюба и Завитов. Готовимся заранее. Надхода встречает! Да, правый проход. Левая щупа, щупа. Выдернуто. Осталось 24 секунды. Открой, вот это вот это. Иди в нос! Стоп, ковер Б, ковер Б. Ковер Б! Саня. Стоп. Через звук его в портере. 5 секунд осталось. Зачем? В этой встрече победу держал Четвертаков Олег. Ребята, я напоминаю, даже если вы тянете полевой и издаете звук, поражение вам. Помнишь, короче, бывает. Время встречи, ковер Б. В этой встрече с минимальным преимуществом победу одержал боец в красной куртке и занял первое место в весовой категории 4 килограмма.